Здравствуйте, друзья! С вами вновь канал «Стройгарант Анапа». Сегодня мы в ЖК «Жемчужина». Это город-курорт Анапа, самый теплый и солнечный город России, а может быть даже мира. Сегодня информация о доме. Он 90 квадратов, красивый, уютный, солнечных желтых оттенков. К сожалению, дом продан, но информация о нем вы должны владеть. Хозяева уже спешат в новый дом, но точно такие же в ЖК «Жемчужина» уже строятся. Если вас заинтересует именно этот проект, вы можете его заказать. Что можно видеть у входа? Отсыпаны дорожки, уже может заехать ваш автомобиль в большие ворота. По периметру забор – это евроштакетник. Красивые столбы с шикарными серыми крышами. Давайте зайдем на территорию. Что есть на территории? Ну, во-первых, участки более 5 соток. Электричество 15 киловатт в каждом доме. Есть септик, посмотрите, вот его уже можно увидеть с этой стороны. Он трехкамерный. И, естественно, водопровод на территории есть. И на вашем садовом участке, и внутри. Конечно же, дома газифицированы. Об этом мы говорим в каждом ролике. Дом замечательно утепленный, со всеми нормативами построенный. Это желтый силикатный кирпич с декоративными вставками. Цоколь тоже отделан декоративным кирпичом, но он уже с другим названием. По-моему, цвета очень здорово сочетаются. Окна металлопластиковые, они красивых коричневых оттенков, но внутри, естественно, белые. Если пройдем по периметру, это будет отмостка шириной метр. Она ведет вокруг всего дома. Прогуляемся. Хозяева внесли в данный проект некоторые изменения и даже вот попросили наших рабочих сделать розетку на этой стороне дома. Не знаю, с какими целями, но, наверное, это что-то очень грандиозно нужное для хозяев. Если прогуляться вокруг, можно увидеть, что сливы, водостоки, все это предусмотрено. Одно окно выходит на сторону соседей, и с этой стороны забор из сетки рабица. Все просто, но экономично. Друзья, вам уже решать, какой забор будет с этой стороны. Терраса уже застеклена красивыми стеклами, причем они с оттенком. Наверняка это предусмотрено для жарких летних вечеров, чтобы на террасе было прохладно. Окна в пол, панорамные, это очень классно. И красивых коричневых оттенков. Кстати, две двери выходят с террасу, то есть вы можете с одной и с другой стороны выйти на ваш приусадебный участок. Классно. Друзья, мы попали в дом со стороны террасы. Она очень классная, просторная, 21 квадрат. Но если обратили внимание, она разделена на две части. То есть на террасу можно попасть из кухни-гостиной, а другая сторона террасы, туда уже мы попадем из спальни, обязательно вам ее покажем. Посмотрите. Окна тоже необычные, окна в пол и даже с форточкой. Классно. Изнутри не видно, что они затемненные, вам все видно, а снаружи не видно вообще ничего, что здесь внутри происходит. Но хозяева тоже ее модифицировали. Я предполагаю, что здесь на веранде будет располагаться летняя кухня, потому что есть выход под канализацию, есть водопровод, есть электричество для вытяжки. То есть предполагаю, что мини-кухня все-таки на этой стене должна располагаться. А уже основная кухня и кухня-гостиная находятся в самом доме. Выходим из террасы, но сначала обратите внимание на выход на второй этаж. Дом одноэтажный, это чердачное помещение, но лестница американка вот уже опущена, мы не будем лишний раз демонстрировать, это очень просто открывается, опускается, поднимается, и вы подниметесь на чердачное помещение очень легко и удобно. Если пол на террасе красивых коричневых оттенков под дерево, заходим в кухню-гостиную, здесь уже начинаются легкие серые оттенки, бледно-коричневые, очень классно, что стены оклеены обоями. Мы покажем вам все комнаты, хозяева постарались, обои везде очень интересные. Посмотрите, шикарный серый плинтус в зоне гостиной. Наверняка здесь будет располагаться диван, либо стол, потому что кухня вот с этой стороны. Посмотрите, выходы под водопровод, канализацию. В данный момент раковина будет располагаться здесь. Электрика для вытяжки. Все это в этом углу. Переходим в зону гостиную. Здесь объемный радиатор. Если у кухни есть теплый пол под плиткой, то здесь уже ламинат. Теплый пол не предусмотрен, но в связи с тем, что большой радиатор, очень тепло. Розетки, выключатели, все это здесь предусмотрено. Зона ТВ на противоположной стороне. И посмотрите, какие красивые декоративные обои с этой стороны предусмотрели хозяева. По-моему, будет очень уютный уголок с этой стороны гостиной. Кухня-гостиная 29 квадратов. Из нее мы выходим в спальню. Она 17 квадратов. Красивая, необыкновенно светлая, потому что данный проект предусматривает эркерное окно. Высокие панорамные окна. Наверняка тут будут подушки такого же цвета, как вот эти замечательные обои. Друзья, цветовая гамма просто классно подобрана. Бледно-серый ламинат.
Защита от истирания 32 класса. Три радиатора. В комнате будет не только светло, но и тепло. Друзья, в доме есть еще две спальни, 12 и 13 квадратов. Они полностью готовы и уже ждут своих жильцов. Здесь осталось повесить только красивый световой прибор. Посмотрите. Стены оклеены обоями, красивыми, декоративными. Интересное решение, очень здорово. Какая-то она, мне кажется, женская спальня, возможно, для девочки. А может быть, это уютная спальня для хозяев дома. Полностью все стены оклеены обоями. Красивое окно, светлое, с удобной фурнитурой. Об этом мы говорим в каждом ролике. Еще одна спальня, она немного поскромнее, друзья. Здесь нет таких цветных красивых обоев, она поспокойнее. Но посмотрите, хотели бы обратить внимание ваше на двери. Они во всем доме очень классные. Посмотрите, со светлыми матовыми стеклянными вставками и с красивой фурнитурой. Что есть в этой спальне? В этой спальне есть изюминка. Красивый ламинат, стены, обои, но самое главное, что эта спальня имеет выход на террасу, свой выход. Терраса застеклена. Посмотрите. Она не отапливается в зимний период, то есть она используется летом, но зимний период, к слову сказать, у нас совсем недолго, может быть месяц, когда бывает холодно, и этой террасой вы пользоваться не будете. Здесь также вы можете с террасы выйти на ваш дворовой участок с цветущими розами или виноградом. Класс! Санузел в данном доме 6 квадратов. Посмотрите, хозяева и здесь внесли свои корректировки. Очень красивая плитка с золочеными вставками мраморных оттенков. Низ керамогранит, пол под гранит оттенки, вверх намного светлее. Уже установлена душевая кабинка. Друзья, вы можете посмотреть, спроектировать на будущее, как это будет у вас. По-моему, очень классно. Небольшой радиатор вместе с теплым полом все-таки предусмотрен. Окно выходит на террасу. Здесь уже можно видеть лестницу, и вы можете сориентироваться по расположению. Хозяева уже установили сантехнику, красивую раковину, унитаз, и, конечно же, есть выход под световой прибор для девушки, которая будет наводить здесь красоту. В доме, естественно, есть прихожая, есть коридор, из которого можно попасть во все комнаты дома. По-моему, очень удачное расположение. Друзья, с вами был канал «Стройгарант Анапа». Кстати, мы теперь и на Рутубе. Позвоните, если вас заинтересовал данный проект, мы проконсультируем, цену озвучить не можем, она может поменяться с момента выхода ролика на наш канал. А если вы позвоните, мы ответим на все ваши вопросы. Звоните, я думаю, что проект вас точно заинтересовал.